Конечно. Чем у вас? Ну? Так это у вас что? Это музей. Музей? Конечно. Вредных привычек. Вот надо поглядывать, чтобы вам там никто не... Вот сюда. Ну не вопрос. Это музей вредных привычек. Ясно. Нормально? Да. Должен быть такой музей? А? Ну а что, чем музей? Все, жарко. Выходим, жарко. Что вы говорите? А чем вы его спасаете? Как чем? Спасаем наш город. Город спасаем. Можно спасти его или нет? Трудно. Как вы думаете? Трудно. Сегодня же они начинают пить с 11, с 12 лет. Да, пиво. Спасем? Или нет? Спасем. Надо. Тогда пожелание нашему музею. Скажите пару добрых слов. У нас все получалось. Это благое дело, конечно. Все заняты коммеркой, а у вас направлено на то, что действительно на оздоровление общества. Ну это Марк Борисович. Это ему спасибо. Молодец. Это ему.